Всем добрый день. Прошел я, раздал подкормку медово-перговую. Вот. Ну, пока я раздавал, наблюдал за пчелой. Ну, вот, может, сейчас на камеру попадется. В общем, тепло всего дня 3. И где-то уже раздобыли пыльцу. Скорее всего, это с гусиной лапки идет. Вот. Потому что поля от меня, ну, где-то с километр. Вот. Посадка, да, тоже с километр. Вот. И где-то, видно, заспело уже. Потому что в городе мне попадались отдельные цветочки гусиной лапки. Вот. Ну, вот, не попадается на камеру заснять. Ну, это вот первый день, что она пошла. Так, тепло дня 3 всего стоит. Так что, ура, можно сказать, перезимовали. Вот, как бы, пчелка, сами видите, активная. Активно чистит гнезда. Вот. А, вот. Летает с пыльцой. Вот, попалась. Она. Так что, ура, можно сказать, зима закончена. Конечно, сейчас для пчелы самый сложный момент будет. Ей нужно месяц, чтобы заменилась старая зимовалая пчела на новую. Но это все равно успех. Можно сказать, перезимовали. Всем удачной весны и будущего лета. До встречи.